Так, ну и перед тем, как я буду отвечать на ваши вопросы, наливайте себе, как я, чай, кофе, какао, компот или просто чистую охлажденную воду. Ну, теплую пить неприятно. Все вопросы мне присланы были на почту, так как я прошу высылать вопросы на почту, а не под каждым видео, потому что искать потом эти вопросы невозможно, и многие женщины стесняются в комментариях писать вопрос. Поэтому под каждым видео есть почта моя, куда можно написать, и я отвечу на ваш вопрос. Итак, девочки, вопросы. Первый вопрос. Я, наверное, не буду имена зачитывать. Просто вопрос. Сколько лет вашему зимнему саду на лоджии или на балконе, точно не знаю. Зимний сад у нас на лоджии. Почему на лоджии? Во-первых, 2 года этому зимнему саду, сразу отвечу на вопрос. 2 года мы купили квартиру, переехали в город Саратов, и когда мы обнаружили при выборе, а выбор квартиры у меня на канале есть, как мы ее увидели, как мы ее осмотрели вместе с вами, прошли на кухню, а потом в санузлы, в комнаты. На лоджию как раз я не могла попасть, потому что там была дверь заблокирована, я ее туда-сюда, а она заблокирована. Это не то, что я там не смогла, мне написали, вы, говорит, не можете открыть дверь, не умеете. Нет, она была заблокирована, потому что у прежних хозяев был внук маленький, и они его не пускали туда. 2 года нашему зимнему саду мы начали закладывать этот зимний сад 2 года назад, девочки. Какие-то растения ушли, какие-то уже ушли. Ну, вот как-то так. Сколько вы с Александром, с мужем женаты? С Александром мы женаты, девочки, 35 лет. 35 лет. Знаете, для личной, потому что я за Александра не буду отвечать, если захотите, то можете также на почту выслать вопрос-ответ для Александра. Он, возможно, и снимет это видео. Я за себя хочу сказать, что для меня как один день эти 35 лет. И ни о чем я не жалею и не жалела никогда. И с первого дня у меня к нему была симпатия, затем была и есть любовь и уважение. Уважение к человеку, с которым мы живем, с моим супругом. За что уважение? Ну, за что любовь, никто из вас не ответит, почему он любит этого человека, да, почему не любит. Нет, хотя почему не любит, можно ответить. А вот почему любишь? Ну, потому что люблю. А уважение? Уважение за то, что он меня, как мне кажется, любит, также уважает, бережет. Иногда, не всегда потакает моим прихотям. Иногда мои прихоти так, говорит, Светлана, ну, может быть, не сейчас. И я прислушиваюсь. Но 35 лет мы прожили с моим супругом Александром. Почему вы переехали в Саратов? Ну, почему переехали в Саратов? Во-первых, я родилась в городе Саратове. Я здесь посещала дошкольное учреждение, садик, потом школу, потом учебное заведение. Я из города Саратова. Я рождена здесь.
И мне хотелось сюда вернуться. Я посмотрю в окно. У нас сегодня солнечная погода. И, как обычно, очень красивое небо, голубое небо и белые-белые облака, как в сказке. Мы с Александром обоюдно решили переехать на постоянное место жительства в город Саратов, вернуться к себе на родину, я к себе на родину. Александр меня поддержал. И здесь же вот приписочка, второй вопрос от этой же девушки. Как отреагировал на переезд Александры? Как отреагировали Александры? Так вот, Александр, муж, он всегда приезжал, когда в отпуск, в Саратов, он всегда наслаждался Саратовом. Ему нравится Саратов, он его любит. А сын рожден в Саратове, и поэтому его также тянуло сюда. Мне нравится Саратов, поэтому никто из моей семьи не был против. Так, как отреагировали родственники на ваш переезд? Вы знаете, честно скажу, я не спрашивала у родственников, как они отреагировали на наш переезд. Потому что переезжали мы не к родственникам, а переезжали мы в свою собственную квартиру. Как они отреагировали, я не знаю. Мне лично никто ничего не говорил. Поэтому, ну, я думаю, хорошо, как могут родственники отреагировать на переезд родственников. Только с открытой душой и любовью. Я так думаю. Ну, когда будут родственники на моем канале, спросим у них, как они отреагировали. Так, как утепляли лоджию? И зачем утепляли лоджию? Во-первых, когда мы покупали квартиру, у нас была и лоджия, у нас есть и лоджия, и балкон. Балкон у нас также утеплен, он у нас застеклен, но балкон есть балкон. Я не представляю, что его можно, знаете, утеплить до такой степени, чтобы балкон был теплым зимой, чтобы там была возможность вырастить, размещать домашние цветы. Балкон, мне кажется, он балкон и будет. Если его даже утеплишь, но если только туда не поставишь обогревательный прибор, батарею, и то, мне кажется, ну, не знаю. А вот лоджия, она уже была утеплена, она уже была застеклена, и все сделано, хочу сказать, очень качественно. Поэтому мы и выбрали эту квартиру. Если что-то нам, допустим, в процессе не нравится, можно переклеить, перекрасить. Это все ерунда. Главное, чтобы устраивала квартира. Это будет еще вопрос следующий. Балкон утепляли, во-первых, хорошие качественные стеклопакеты хороших производителей. Затем после окон идет подоконник, и внизу также утеплено. Чем они утепляли, я не знаю. Но зимой, как вы видите, растения цветут, растут и хорошо себя чувствуют на лоджии. Дверь у нас лоджия, вернее, вход на лоджию с нашей спальни. И дверь на лоджию мы зимой не закрываем. Ни зимой, ни летом, ни осенью, ни весной, никогда. Она у нас не... Мы ее не закрываем. Я ее поставила на стоп, и она у нас в открытом состоянии. Вообще, у меня, если честно, была мысль такая: убрать полностью стеклопакет, убрать дверь лоджии и убрать окно лоджии. Вот этот вот полностью убрать. Я сказала Александру, Александр говорит: Светлана, ты не даешь жить спокойно, ты обязательно что-нибудь придумаешь.
Я говорю, это не сейчас. Вот ты подумай, стоит, не стоит. Вот просто это было бы больше воздуха, это было бы больше пространства. Знаете, вот так вот воздушно. Как вы думаете, кстати, на эту тему? А на лоджии убрать дверь и убрать окно. Вот это вот полностью убрать, и будет проем такой широкий. И, но единственное, оставить подоконник. Как бы. Что вы на это думаете? А, так вот, единственное, что мы утепляли, как заходишь с правой стороны, у меня там стоечка, ну, как столик Александр делал, и у нас на этом месте, к этой стеночке, у прошлых владельцев, у них был шкаф. При переезде они этот шкаф забрали с собой, и у нас осталась вот эта вот ниша. Ниша была не утеплена, а просто была стена. И мы с Александром подумали, прожив год, не было холодно, но если полностью лоджия утеплена, почему эту сторону не утеплить? Мы с Александром приняли решение утеплить эту стену. И мы ее утепляли. У нас есть видео на канале, как мы утепляли, как мы обшивали. Также мы утепляли пол. Посмотрите, пожалуйста. Есть такое видео у нас. Ничего сложного. Все ок. Так. Как вы выбрали имена Йоркам? Во-первых, у нас Йорки породистые. Они у нас зарегистрированы в клубе. В кинологическом. У всех есть родословные, у всех есть дипломы. И перед тем, как регистрировать щенка, вы подаете заявку, что у меня есть породистый щенок, и я хочу его зарегистрировать в вашем клубе. Клуб вы можете выбрать любой. Вот, допустим, город Саратов, здесь 151 кинологический клуб, и вы можете выбрать себе любой и зарегистрироваться в нем. Ну, прежде чем зарегистрироваться, почитать отзывы. А вот. И перед тем, как приехать, вам говорят, что, допустим, у нас регистрация щенков по четвергам, это, допустим, я не помню, по четвергам, и в четверг всех щенков называют на букву «З». И вам будет проще, вы уже приедете, и уже будете знать, ну, как бы, имя щенка. Вот. Если бы мы не позвонили и не узнали, допустим, не записались, нам бы сказали, из бухты и барахты мне нужно было придумывать именно букву «З». Так нам сказали, мы до того, как приехать в четверг, мы все вместе собрались, я, сын и муж Александр, и мы рассуждали, какие можно имена придумывать на букву «С». Это мы так регистрировали Злату. Самую мелкую, самую шуструю, самую хулиганистую нашу девчонку Юрочку. Мужчины мне предлагали, я выбирала, и мне ничего не нравилось. Так как владелец я заводчик, а заводчиком может быть любой человек, у которого есть породистая собака. И заводчик — это не профессия, а заводчик — это зов души. Вы захотели разводить собачек, кошечек, хомячков — вы заводчик. Единственное, что нужно зарегистрироваться. Без регистрации вы не заводчик, вы любитель. А если вы именно заводчик, вы должны регистрироваться. Так вот, нам уже, допустим, вот завтра четверг, нам завтра ехать, и я так и не выбрала имя, и я уже легла спать, и все мучилась у меня в голове, завтра ехать, а нужно выбирать имя, нужно уже знать имя. На утро встали мы все, сын с нами не поехал, он учился, а мы с Александром, конечно же, взяли выходной и поехали. Муж спрашивает, когда мы едем на машине, муж спрашивает, ты выбрала? Я говорю, нет, не выбрала. И вот там была очередь, пока мы ждали. Я придумала это имя. Вот просто, знаете, так вот, мне навеяло.
Она у нас Рафаэлка, золотая Злата. А вторая буква З, первая Р. Р-З. Рафаэла, золотая Злата. Почему Рафаэла, золотая Злата? Потому что я очень люблю Рафаэлки. Злата, потому что мне нравится имя женское. Ну а золотая, потому что у нее шерсточка такая с позолотой. Выбирали имя Ривьере, тоже на букву Р нужно было. Это Мишель у нас домашнее имя, Мишель, а так она Ривьера. Ривьера Black Eyes. Это уже я не помню, как мы выбирали, почему Ривьера. Наверное, скорее всего, в каких-то мы смотрели книгах по именам. Саманту мы назвали, потому что нужно было назвать, первая буква должна быть С. И я так мучилась, думала. И была такая певица, Саманта Фокс, помните? Мне эта девушка нравилась. Я помню, я совсем зеленая, сопливая была. И на эти постеры я смотрела. Мне она очень нравилась. И я решила назвать Саманта Блэк. Черные глаза. Саманта, черные глаза. Вот так вот нам пришло на ум назвать наших Ёрочек. Почему не приезжает Сашина сестра? Почему не приезжает Сашина сестра? Я не знаю, почему она не приезжает. Наверное, у нее времени нет, или не хочет, или, возможно, мы не приглашали. Не знаю, почему. Нужно спросить у Татьяны, почему она не приезжает. Давайте все спросим. Татьяна, почему ты не приезжаешь к своему брату, любимому младшему братику? Так, сколько у меня братьев и сестер? Сколько у меня братьев и сестер? А у меня одна родная сестра Надежда, моя любимая сестра. Я ее очень люблю, уважаю. И надеюсь, что она также меня уважает. А еще у меня есть двоюродные сестры. Это Людмила, Надежда и Лариса. Три двоюродных сестры. Это от маминого брата, сестры. Так, почему переехали именно в Саратов? Ну, я ответила, почему. Потому что я местная. И мне очень нравится Саратов. И я его очень-очень-очень люблю. Знаете, я когда бываю на смотровой площадке, я смотрю на наш город Саратов, и у меня наворачиваются слезы, девочки. Я его так люблю. Это мой город. Это мой город. И я очень долгое время в нем не была. Ну, почему? Потому что мы работали, и работа была у нас связана с переездами. Но мы вернулись. Как прожить со второй половиной в гармонии? Я считаю, что нужно любить, уважать, и уступать. Мы когда стали вместе жить с Александром, ну, первый год нашей жизни после свадьбы, никто из нас не хотел уступать друг другу. Мы были оба такие строптивые, особенно я, это просто жуть. Я любимая дочка у своих родителей, младшая, ну, потому что Надежда уже замуж вышла, и оставалась я, и было все для меня, ради меня, меня любили и мамы, и папы, и все мне покупали, все, что я хотела, все было для меня. Поэтому, как бы, когда мы уже стали жить вместе, как раз мне не хотелось никому уступать. Я привыкла же жить так, привыкла делать так, как я хочу. И мы с Александром стали друг другу уступать. Я уже про это рассказывала. Если, допустим, сейчас
я хочу пойти налево, а нужно идти направо, то Александр говорит: Светлана, давай сейчас мы пойдем налево, а потом ты сделаешь так, как я хочу. И мы, короче, друг другу уступали. Но уступали не в каких-то пустяках, а уступали именно в житейских делах. Так. Любить надо друг друга. Будьте любить друг друга, все будет хорошо. И уважение. Какие цветы вы больше всего любите? Домашние и садовые. Домашние цветы я больше люблю ампельные и декоративно-лиственные. Знаете, когда такие красивые большие зеленые листья спускаются, допустим, вниз ампельно, или наоборот вверх поднимаются, или вот, допустим, ну, кустовые такие вот филодендрон с большими красивыми листьями. Вот сейчас у меня есть черный принц. У него большие листья, и чем он будет взрослеть, тем у него будут больше листья. Черные, красивые, а низ листа красноватый. Это просто красота. Люблю декоративно-лиственные, в общем-то. Почему декоративно-лиственные, а не цветущие? Ну, во-первых, потому что декоративно-лиственные, у них листва всегда красивая. Цветет этот цветок или не цветет, всегда красивые. А вот у цветущих растений, у цветущих цветов, у них, ну, как-то вот с листьями беда. Цветы шикарные. Вот бугенвилия. У нее очень красивый цвет, но листья никудышные, девочки. И второй вопрос. Про садовые цветы. Садовые цветы я очень люблю. Гортензии. Шапки. Вот эти шапки. И не очень люблю гортензии цветные, потому что это искусственно выведенные. Перед продажей снабжают эти цветы, поливают их окрашенными удобрениями, и гортензия принимает цвет малиновый, розовый, голубой. В процессе того, как они у вас будут расти в саду, цвета сойдут на нет и будет белая. Я так покупала к себе на дачу, к нам на дачу, покупала гортензию малиновую, она потом стала белая. А вот покупала розовую, она у меня так и была розовая. Сейчас не помню, как называется. Такая вот, знаете, вот она розоватая, и у нее цвет, форма не круглая, а такая, как малинка. Очень красиво. Люблю розы, люблю пионы. Розы люблю всех цветов, но больше люблю розовые и белые. Белые прям это моя слабость. И следующий вопрос. Будем ли мы покупать дачу? С дачей вот у нас засада, девочки. А по поводу дачи, купить ее не проблема. Дачи продаются любые. От и до цена разная. Но дело даже не в этом, дело в том, что когда там отдыхать и когда там работать. Когда? Приезжать туда на субботу и воскресенье? И упахиваться так, что в понедельник ты на работу идешь, а у тебя спина, ноги, руки, шея, все болит? Это не удовольствие. Я считаю, что вот когда будем на пенсии, тогда и купим дачу. Вот с внуками там будем выращивать клубнику, абрикосы, персики, черешню, цветы разведу. Но только, мне кажется, тогда, когда уже будет пенсия. Если шумно, то я извиняюсь, мне там стиральная машинка стирает. Два в одном. И с вами хочу поговорить, ну и постирать надо. Так, дружите ли вы с родственниками? Так, ну, с родственниками мы дружим, если дружат они с нами. Никогда не набивалась никому в дружбу, никогда, ни к родственникам, ни к подругам, ни к друзьям, ни к знакомым. Если я вижу, что человек ко мне тянется, я, конечно же, тянусь к нему. Если не хотят общаться люди, то и я не навязываюсь никогда. Поэтому
родственники, которые с нами общаются, мы общаемся в положительном ключе. Так, изменили бы вы выбор профессии, помимо той, которая есть сейчас у вас? Нет, вы знаете, сейчас мне профессия приносит удовлетворение. Мне она нравится. Я люблю свою профессию и иду на нее как на праздник. У нас как-то там завязалась с вами переписка под каким-то видео, и я говорю, что для меня профессия, моя работа – это праздник. Я иду с удовольствием, а не из-под палки. И у меня сейчас есть подработка еще, ну так получилось, которые мне приносят, ну, не просто удовлетворение, а мне сейчас эта подработка приносит радость, самоутверждение. И эта подработка связана с моим увлечением. С одним из увлечений. Честно говоря, прям вот мне повезло. Я люблю и работу, и подработку. Ну, так она у меня выросла, получилась. Ну, как-то так. Я всегда рада подработать, если это есть возможность такая. А связанная подработка с моим увлечением, это вообще просто супер. Если, ну вот, наверное, и все вопросы. Было, насколько, 13 вопросов. И плюс по два этими вопроса были еще там по два вопроса. Девочки, если кому-то что-то интересно, пишите на почту. Я оттуда буду переписывать вопросы все в блогерскую тетрадь и обязательно на них отвечу. Я не знаю, как по времени это видео у нас будет. Возможно, я его разделю пополам, и это будет два видео, чтобы было несложно смотреть вам. А на этом все. Пока-пока. С вами, конечно же, была Светлана. Желаю вам мирного неба, здоровья, счастья. Подписаться на мой канал и не забыть поставить лайк. С вами, конечно же, была Светлана.